Hey. Всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Play, а это Beam NG Drive. Какая-то игра, которая вышла довольно давно, которая когда-то хайповала. Я вбил в YouTube посмотреть, что вообще за игра. Куча роликов, какие-то разрушения, какие-то падения, какие-то врезания, что-то непонятно что. Я думаю, что это такое? А потом смотрю, короче, в игре есть компания. А это значит, что можно спокойно покататься, ничего себе не выдумывая, ничего себе не придумывая в компании. Короче, это первая компания. Я игру запускал, я кое-как тут с 15 раз настроил управление, то, что сохраняется, то не сохраняется, то еще все. Короче, давайте посмотрим на компании и, соответственно... Так, бессмысленное разрушение, ухабистый старт, толкотня, суета, загрузить еще бессмысленное разрушение, играть, поехали. Играть, поехали. Короче, там сейчас что-то было, там нужно было куда-то ехать. Короче, здесь куча модов существует, что-то еще, у игры есть мастерская, там в Стиме что-то делают. Я так понимаю, что игра до сих пор в раннем доступе, поэтому, скорее всего, она еще как-то неправильно работает. Но это вроде как один из самых реалистичных симуляторов разбивания машин. Вот, так, Cliff Descent. Cliff — это какая-то гора, разрушь это, плюс 300 очков. Хорошо, Jump Off, спрыгни с дороги, достигни нижайшей этой и получи там что-то. Окей, окей, старт, поехали. Поехали, старт. Что такое? Два, три, подожди, стой. Один, два, три. А, это вид переключать. Четыре, пять. Так, а мне нужно один. Что это? Что это? Что это? Ты чё? Ты сделал? Ты не понял. Что случилось-то? Чё происходит? Подожди. Настройки. Графика высокая, дисплей. Все нормально, нет? Ничего не понял. Чё все замедлилось-то? Эй, ты чё? Ты чё? В смысле, подожди, компании. Что происходит? Что происходит? Ну, как бы ранняя версия, ничего не поделать, что-то происходит, что-то грузится. Я что-то открыл, и что-то стало очень медленно работать. Какие-то... Так, вот, окей, все нормально? Все работает? Все хорошо? А, здесь нет музыки, есть только звук машин. Так, как это быстро начать? Я это видел уже. Уничтожь машину, получи 300 очков. Прыгни вниз куда угодно, достигни нижайшего вот best и получи 700 очков плюсом. Хорошо, хорошо. Так, ладно, окей, но прежде чем мы спрыгнем, мы посмотрим актуально связанную рекламу с машинами, да. Если вы задумывались о продаже своего автомобиля, но сами мало смыслите в этом вопросе, есть хороший способ сделать это проще и безопаснее с помощью Авито. Авито является одной из лидирующих площадок для покупки и продажи автомобилей в России, потому что ежедневно более 5 миллионов человек ищут себе автомобиль. Поэтому продать свой не составит никакого труда. Создать объявление о продаже можно в несколько кликов. Далее добавляем фото хорошего качества, обязательно указываем все характеристики автомобиля, не забываем писать описание, а с ценой продажи нам поможет Авито и подскажет рыночную стоимость машины. Думаю, ждать придется недолго, потому что на Авито пользуется высоким спросом авто от 2 миллионов рублей. Также здесь есть все удобные фильтры, которые позволяют покупателю отсечь все ненужные варианты. Поэтому, если хотите продать свой автомобиль выгодно, обязательно делайте это с помощью сервиса Авито. А мы продолжаем. А? Чиш! И это и про машины, игра про машины. Все про машины, кругом одни машины. Ладно, поехали. Так, все, я еду, допустим. Я еду, хорошо. Я еду аккуратно, где-то нужно вниз спрыгнуть. Примерно вот тут вот.
Я напоминаю, что это все художественные демонстрации, все совпадения с реальными случаями, людьми, машинами и прочее, это вымышленно. В кабине нет пилота, происходит краш-тест, который происходит при участии специализированных специалистов под контролем медиков, спасателей, пожарных, милиции, МЧС, я не знаю, там всего, что только может быть. А это все не по-настоящему, категорически запрещаю повторить это в реальности. Так, я достиг, что это, второй передачи или второго места? Высота до 700 не хватило, повреждений чуть-чуть не хватило. Окей, минимальная глубина. В смысле, а я хотел максимальную? Хорошо, поехали дальше. Поехали дальше. Поехали без проблем. Короче, эта компания называется как «Бессмысленное разрушение», значит, мы здесь бессмысленно будем что-то разрушать. Это логично. Если так называется компания, значит, то, что в ней происходит. Мы посмотрим эту компанию, если в ней реально нет никакого смысла. Такси. Ой. Drag Race. Окей. Drag Race — это гонка по прямой, ну или практически по прямой, на скорость. Кто быстрее доедет, тот и молодец. Хорошо, поехали. Выиграй трассу, лучшее время плюс 1000 очков. Погнали. Погнали. Я сначала делал свободные заезды, и у меня почему-то управление постоянно... Оно сначала было на стрелках... Куда ты поехал? Оно сначала было на стрелках, потом я поменял на ВСД, но не с первого раза, а хуй пойми как... Подожди, в смысле? Чё ты делаешь-то? Так, окей, я доехал или чё? А, все, доехал. Ебать, красиво летит. Повреждениями? Какие повреждения? Я ровно по прямой проехал. Какие повреждения? О чем ты говоришь? Можете настроить номерной знак с помощью выбора деталей. Номерной знак? Ctrl плюс V? V это вперед. Я лишние кнопки больше не нажимаю. Это какие-то вылазят непонятные надписи страшные, и я в них не разбираюсь. Так, окей. Мост. Хорошо. Мост это хорошо. Мост и старая машина. Достигни этой стороны. Ну и что в этом сложного? Он может сломаться, что ли? А, его шатает! Ай, блядь. Сейчас чихну. Сейчас чихну. Ой, спасибо. Я аж чихнул. Подожди, я не понял, так нечестно. А если бы я поехал медленно? Такой, кстати, этот антураж здесь неплохой. Да как это сбрасывать? Да иди-то, я же тебя видел все уже. Не надо мне каждый раз это показывать. Так, ну сейчас я пройду подальше, это 100%. Я доехал, наверное, до Гуд, правильно? Поехали, старт. Хорошо. Машина изначально стоит криво, в этом проблема. Машину надо сначала поставить на мост ровно. И тогда все будет нормально. Аккуратно. 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 Я не газую сам. Машина просто едет сама. Я дал газа сначала. Не падать, машина! Поддать газку. Камера, блядь! Поддать газку. Аккуратно. Аккуратно. Спокуха, тихо, камера! Так, аккуратно. Бля, сейчас скажут, времени мало, много прошло, да? Да как же ты делаешь-то, блядь? Аккуратно. Аккуратно. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо, да что ты делаешь? Где я? Да что это за... А, здесь не надо было на время ехать. Но это нечестно, ну, блядь, меня здесь подставила камера. Я тут ни при чем вообще. А если бы я... Что такое? А если бы я сделал камеру от первого лица, я бы не увидел, каким образом я на мосту сейчас нахожусь. Ну хорошо. Да что такое? У меня чешется нос, потому что там какая-то соплекозюля застряла, непонятно. Так, Клифф Рам. Клифф это опять какая-то гора, а Рам это что такое? Уничтожь машину и эту за 500 очков. Вниз сюда. Ну, допустим, что сразу, еще сложно. Просто въебаться в машину и все, делов. Это же не сложно. Ебать, у меня что, машина-то из титана, что ли, с какого-то? А что вообще не погнулось-то?
Не, ну летают, конечно, они четко, тут ничего не поделаешь. Бля, летают хорошо, но типа реалистично, ебать, я же ее перегнал. Реалистичная физика, ничего не скажешь. А какая, подожди, а какая засчитывается длина? Та, которой я приземлился первый раз, или та, до которой я долетел в этом, в принципе? Потому что, например, прыжки в длину, да, вот это есть спорт такой, прыжки в длину. Там засчитывается первое твое касание. Точнее, твое самое ближайшее касание к точке старта. А здесь как засчитывается, я вообще не понимаю. Обе машины упали. Ну, бля, здесь было трудно не упасть обеим машинам, потому что как бы одна в другую въехала. Да что такое-то? Вот у меня здесь вот что-то вот тут вот чешется, и мне прям не могу. Так, может быть, прибавить чуть-чуть холод, в смысле, наоборот, убавить. Это что-то как-то холодно. Так, суспеншн. Что такое суспеншн? Пас, джамп, ленд, пас, джамп, хит зис. Оставайся в центре. А, типа мне нужно проехать по каким-то ебеням, доехать до стены и, соответственно, не разломаться. Все, я понял. Понял. Аккуратно. Ага, все нормально, все под контролем. Бля, все под контролем, спокойно. В смысле? Подожди, замедленное движение на S-активации. Подожди, секунду. Управление. Общее. Автомобиль. Тут где-то было написано, что я активировал замедленную какую-то эту. Игровой процесс? Непонятно. Непонятно, ну ладно. Вперед. Давай, окей, давай я не буду сильно газовать. Давайте потихонечку. То, что машину развернуло. Окей. А потом, соответственно, после второго прыжка вот здесь можно разогнаться и удариться в стену. Ага, вот, вот хорошо, вот красиво. И все целы, и все живы. Да и чё вы, блядь, здесь 13 метров, нахуй, толщины стену-то поставили. Главное, что успех. На первом... Хорош. Вот, как говорится, тише едешь, дальше будешь. Кто-то договаривает от того места, куда едешь, но нет. Здесь, видишь, как все здорово прошло. Все прошло очень хорошо. Я, кстати, когда игру запустил первый раз управление «Свободный заезд», у меня на номере было написано «Куплинов», то есть ник из Steam. А сейчас... Так, ядро. Canon Controls Angle L Fire A. Чего, блядь, какой? Я что, жестико играю? Уничтожь. Давай. Ой. Ты куда поехал, бля? В смысле уничтожь? Как он? Езжай назад. А? А, это что? А. Ой, пробел. А. Чего неудача-то? В смысле? Нормально все было, блядь. И нормальный пока... Какой ангел вверх? Серьезно, что ли? Fire A. А что управление-то от джойстика? У меня даже джойстик не подключен к компу. Че за хрень? Destroy, окей. Ну все, поехали. Попал! Не ври! Попал! Не вздумай останавливаться! Не вздумай... Блять, в смысле не попал? В смысле не попал? Надо было чуть-чуть пониже. Да, блять, как скипнуть эту заставку? Tab, Enter, пробел, Shift, Enter, мышка, Escape. Опять эта хуйня открылась. Так, ладно, назад. Да все, я готов, поехали. Давайте чуть-чуть отъедем назад. Чуть-чуть, и стрельнем. Вот так будет идеально. Вот оно! Вот трешечка прям ровно, блядь, в водительское сиденье, в водительское стекло. Ровненько! Ну, попал, нужно было отъехать чуть подальше. Так, окей, ладно. Пока что эта компания кажется чисто, знаешь, таким чисто легко обучающим маневром к тому, что, в принципе, можно делать в игре. Прошло всего 13 минут от начала, серьезно?
Мне кажется, я играю в нее уже год. Так, кроул — это что-то типа карабкаться, правильно? Да, проедь 200 метров. А, есть дорога поровнее, а есть дорога похуже. И смотря какую ты выбираешь, за такую тебе дают очки. Значит, мы едем все время направо. Поехали. Значит, все время едем направо. Направо очковая зона. Налево хуета. Так, аккуратненько. Допустим. Бля, ну серьезно. Ой, конечно. Я играл в SnowRunner. Ты знаешь, что такое SnowRunner? SnowRunner — это игра для жестких вообще людей. Для тех, кто любит кататься на жестких машинах. Я играл в SnowRunner, и я заезжал не на такие горы! Почему здесь я не заезжал? Назад, окей. Назад, допустим. Берем разгончик. Разгончик берем, разгончик, спокуха. Берем разгончик, хорошо. Разгончик берем и залетаем сюда, залетаем! Хорошечно. Так, а здесь как разгончик мне взять? Разгончик берем. И залетаем, залетаем! Хорошо. Так, дальше что? Хорошо! Спокойно. Спокойно. А почему время-то не... А, что? Мне что-то казалось, там дальше надо ехать. Блин, такие прикольные тачки здесь временно нарисованы. Так вот, я играл в SnowRunner, я забирался, я не в такие жопы. Для меня вот это сейчас было обидно, что я не смог заехать на какую-то, блядь, на просто на элементарную горочку. Ну, серьезно, что ли? Так, сейчас чего? А сейчас-то чего? Подожди, а сейчас-то чего? Чё делать-то? Делать-то чего? Или я скипнул начало сейчас? А делать-то что надо было? Я никуда не доехал, что надо было делать-то? Успех! Что надо было делать? Какой успех? В смысле, блядь, успех? Куда я успех? Почему я успех? Или это все из-за ранней версии? Эффективность переохлажденных гоночных тормозов снижается. Прыгни. А, на В сбрасывать! Все, я понял. Прыгни, поехали, прыгни. На В, точнее, на вперед сбрасывается заставка. Ну, прыгнет слишком легко, в чем прикол? Ну, допустим. Ну, прыгнул, и чё? И в чём с... Чё за бред? Повреждение. Чё надо было прыгнуть-то куда, я не понял совершенно. Может, надо было до конца заставку досмотреть? Да что вот это выпадает? Я ничего не понял. Куда прыгни, что прыгни? Мне кажется, надо переходить в другую компанию. Здесь что-то такое себе. Так, wall jump. Прыжок со стены. Уничтожь машину, ну понятно. А в чем сложность? Машину уничтожь, блядь. Какую машину? Я все камни разъебал. Эти какие-то пустые бетонные блоки, они ничего не весят, они совершенно бесполезны. Я дальше еду! Так, ладно, меню, давайте этот. Давайте пойдем в главное меню и посмотрим другую компанию. Ухабистый старт, толкотня и суета. Что такое толкотня и суета? Мне кажется, что просто так кататься и непонятно, что происходит, это скучно. А вот посмотреть, что происходит здесь, наверное, будет повеселей. То есть эта игра сейчас находится... Что-то жарко стало. Чисто как вот есть, и для нее чисто пилят моды и все, что ли? Здесь как-то проходить, или симулятор какой-то, или продавать, или что-то. Здесь есть такое, нет? Для просмотра пользы конфигурации машины включите соответствующий параметр на панели справа. Хорошо. Прелюдия обычно работает. Безопасно доставьте пассажиров. А, вот! Безопасно доставьте пассажиров к подножью горы. А где они? А, вот они.
Так, я поехал. Вот это смотрится уже повеселей. Так, один, два. Ага, три. Ага, четыре. Какой четыре? Тихо. Тихо. Так, пассажиры, не волнуемся, у меня первый маршрут, я первый водитель. Я лучший водитель, успокойтесь. Лучше меня водителя нет по этому горному серпантину. Успокойтесь. Сейчас я вас доставлю, все спокойно. Все под контролем, вы доставлены, все нормально. Все нормально, пассажиры, не паникуйте, вы практически довезены. Хотите, покажу, как срезать? Хотите, покажу, как срезать? Нет? Тогда спокойно, блядь, сидите, а то покажу. Будете там сильно паниковать, я покажу, как срезать. Не надо меня этому заставлять. Не надо, пожалуйста. Я знаю, где срезать. Аккуратно. Я знаю, здесь короткие маршруты. Не надо меня вынуждать по ним ездить. Ни в коем случае. Не надо. Так, подожди. Зерис... Чего? Не сбавляй меньше 34 миль? В смысле? В смысле? Блять, она взрывается! Езжай быстрей! Разгоняйся! Он услам... А чё за подстава? Чё за подстава, в смысле? Бомба на борту. Откуда она, блядь, там взялась? Кто с собой взял на борт? Нельзя же, в конце-то концов, ну опасно. Кто мне ее заложил? Что за бред? Это типа, может быть, ответочка на мою угрозу по поводу срезания были сейчас или что? Нихуя не понял, ну ладно. Так, аккуратно. Этот автобус очень долго разгоняется, 34 миль, если он остановится, это все. Вот эта скорость уже опасная. А тут нет 34 миль. Подожди, а что ж делать-то? Ты посмотри, он не разогон... Он все, он только с горки может разгоняться. Так, ладно, окей. Я понял, все хорошо. Но она дает 10 секунд, чтобы разогнаться, отлично. А мне на красный маршрут, правильно? Потому что я так понимаю, что черный это конечный. Мне, то есть, по-красному, спокойно. Тихо, блядь, не заносись! Не заносись, разгоняйся! Разгоняйся до 34, пожалуйста! Разгонись! Спасение в пути, все хорошо, с помощью идет. Помощь идет, риску Каменка. Чип-чип-чип-чип и Дейл, к вам спеша... А не сбрасывается таймер, что ли? Я думал, таймер-то сбрасывается. А чё это за бред, блядь? Обычно, если в играх есть какая-то хуйня, на которой нельзя снижать скорость, оно сбрасывается потом время. А тут типа 10 секунд на любой косяк, что ли? Серьезно? Так а как мне проходить быстрые повороты, если мне либо нужно тормозить, либо меня занесет, если я не буду тормозить и в любом случае заторможу? 15 миль ограничение скорости рекомендуемое. Вы чё, блядь? Какие 34? Так, окей, ладно. Сначала... Тихо, ну не надо сразу-то, не надо! Все, хорошо, 34, допустим. Да-да, не разгоняемся сильнее. Не разгоняемся сильнее, аккуратно. Все очень аккуратно, спокойно. Не шатайся, автобус! Потише. Хорошо. Потише. Хорошо. Так, чуть-чуть сюда. Хорошо. Чуть-чуть сюда, потом сразу сюда. Хорошо. Хорошо, 34 ровник. Не надо! Все под контролем. Так, окей, рискуем, каминг. Хорошо, все, помощь идет. Помощь идет, спокойно, спокойно, спокойно. Поворотик резкий, резкий. Тихо, разгоняйся, разгоняйся! Разгоняйся! Где дальше-то? Что? Pull up load, что? Pull alongside. Риску трак, толкнуть. Пул, пуш, пуш, толкнуть, пул, тянуть, потяни, потяни, одинокий, дорогу, спасательный грузовик или что? Отойди! Так, ладно, у меня тормози, тогда не отходи. К
где этот спасательный грузовик-то? Этот, что ли? Бля, отъедь маленький грузовик, пожалуйста. Отъедь! Да он приклеился ко мне! Все, спокуха. Спокуха! Может быть, рядом с ним вдоль него нужно проехать просто как-то, нет? Alongside. Это отдельная сторона. Alone. Один. Отдельная сторона. Что нужно сделать? Я, блядь, не понимаю. А, ну да, ехать рядом с ним. Все окей. Стой, дурачок! И чё, и все пассажиры спасены. И чё дальше? Отвези автобус без... А где она, безопасная локация-то? Да ты дурак, что ты делаешь-то? Что ты делаешь? Что ты делаешь-то? Отойди! Дурак, ты что делаешь? Да что творишь? Ты зачем меня подрезал? Бля... Зачем он это сделал? Ой, бля, вот дурачок-то. Он по ходу дела ехал припарковаться, встать к обочине. Но решил почему-то подрезать меня. Он дурак вообще, я же скачивал, говорю, я же спасал пассажиров. Я же ехал спасти пассажиров, он же знал, что у меня опасно рядом со мной находиться. И он зачем... Да, блядь, что ты делаешь? Ой, что ты делаешь? И он зачем-то рядом со мной ехал. Автобус стал совершенно неуправляемым, если честно. Так, ну я хотя бы друг за... То есть я могу его, по идее, обогнать. Мне нужно с ним поравняться боком, сдать всех пассажиров и потом просто ехать от него быстрее. Так, все окей, здесь не торопимся. Здесь не торопимся, здесь очень аккуратно. Здесь потихоньку, здесь прям чуточку-чуточку спокойно. Здесь прям особо... Блядь, его заносит. Мне кажется, я повредил колесо какое-то. Так, это все, это выглядит. Не, нормально. Ебать, Стой! Разгоняйся, пожалуйста! Разгоняйся, автобус! До 34 миль в час! До 30... Да он не разгоняется! Все, следующее задание давай. Это неинтересное. Это слишком сложно. Это нужно задрачивать трассу, это нужно ее заучивать, это нужно понимать все срезы и все повороты, знать, какую скорость где брать, и после этого уже ее проходить. Это слишком долго. Но это гораздо интереснее, чем та начальная кампания, которая была. Если зад машины начинает носить, то стоит подруливать заранее и быстрее. Настоятельно рекомендуется использовать руль и геймпад. Путь до заданной точки. Вы приняты, у нас мало времени, поэтому давайте подробимся за машиной съемочной площадки, чтобы прибыть в автопарк вовремя. Давайте. Хорошо, поехали. Мне ехать за вот этой машиной? Блять, я думал... Не понял. Автобус уже кривой какой-то дали. То есть мне никуда нельзя врезаться, что ли? А что так сложно-то? Бля, игра про разрушение. Ой, почему ты поехал? Ты поворотник можешь включать? Я не вижу, куда ты собираешься поворачивать. Как бы мы с тобой едем этим, как колонной. Ты должен включать поворотник, чтобы я знал заранее, куда мне поворачивать. Здесь хотя бы без бомбы, блин. Серьез, ты видишь автобус, он не едет больше 30 миль. Какие 34, то, что бомба не взорвалась? Это ж просто нереально. Так, вижу первый чекпоинт, хорошо. Пока это не выглядит таким сложным. Если здесь реально после каждого тырчка просто, блядь, заканчивается миссия, тогда это сложно. Что ты делаешь? Показывай мне, куда ты едешь, пожалуйста. Причем, смотри, у него стоп-сигналы работают. Он стопы нажимает, а поворотники нет. И как я в этом должен... Так, он переходит на левый полос, сейчас будет поворот. Хорошо. Допустим. Да, сейчас поворот. Хорошо. Тихо. Так, второй чекпоинт уже близко, допустим.
Короче, ориентируемся по разметке. Если он не поехал на разметку направо, значит, он поедет по прямой. Отлично. Подожди, у меня есть какое-то максимальное расстояние от него? Ты нахера так быстро едешь? Ты же видишь, я с тобой не успеваю, придурочный. Ты же видишь, я не успеваю. Притормози. У нас не гонка, у нас общая задача совместная. Доехать до пункта назначения. Притормози, дурашка. Притормози, блядь. Я на автобусе, а ты на машине легковой, дурень, блядь. Тормози, я не могу так быстро. Куда ты поехал на красный-то? Куда? Это же опасно! Бля, режиссер, ты кого нанял на этого водителя? Скажи, пожалуйста, там какой-то дурак едет. Он не знает правил, он не понимает, что нужно заранее предупреждать о своих маневрах. Остановись! Ой, бля. А, держитесь ближе к этому, серьезно? Серьезно, игра, держитесь. Остановись, я теряю тебя из виду. Вся аппаратура у меня ёбнутый, я ее продам. Я не буду с тобой, я заберу у тебя всю аппаратуру и не буду с тобой. Ищите себе другого дурака. Ищите себе дорогого дурака, который будет терпеть ваши глупые режиссерские выходки, блядь. Понятно? Понятно тебе, режиссер, или нет? Ну, это ж надо такое придумать, блядь. Еще на какой, я не знаю, на какой-нибудь Феррари бы на какую-нибудь сел бы гоночную и помчал бы от меня. Он Формула-1 меня поставил бы на этот, как его, на трек Формула-1. И давай, говорит, меня догоняй на автобусе, отстанешь, проиграешь. Ага, заебись. Так, Beam NG Drive поддержит головной трекер трек R-IR. Пройдите маршрут за отведенное время, вам придется проявлять смекалку. Декораторы оставили за собой много опасных декораций. А почему они их не убрали, блядь? Это же их реквизит, они за него отвечают. А за какое время-то? За какое время я должен это пройти? Так, окей, на трамплинчик заезжаем. Сейчас перелечу. Нормально! Все под контролем. Все четко. Все хорошо. Как я должен, блядь, это проехать? Как я должен это проехать? Ты, блядь, издеваешься надо мной, что ли? Как заново начать? Веселье, бас, опустить подвеску. Чего, блядь, какое веселье? Как заново начать? А как заново начать? Навигация, нумпад, влево-вправо. Пауза, назад. А как заново начать задание-то? Ой. Ебать. А как заново начать задание? По центру загрузить, не загружается. Ну и ладно, пойдем посмотрим другую компанию. Ладно, так, меню. Ну, не вот это, а главное. Компания. Мы были толкотня и суета. Поехали тогда у Хабис и старт, посмотрим, что это такое. Может быть, здесь хотя бы будет нормально погоняться, не знаю. Конечно, с автобусом весело, но автобус — это сплошные подставы. На этой неповоротливой хероборе, блядь, попытаться куда-то что-то как-то повернуть и развернуть — это жесть. Это просто невозможно. Это non-possible. Это impossible, понятно? Поехали. Ай, тут даже заставка есть, все окей. А, это будет потрясно. Просто запомни, ударь быстро, но не слишком быстро. Нет. Этот не пирог себя на скалы. А чё звук-то нет? Здесь должна была быть какая-то музыка. Внимание, вперед. Подожди, мне, может быть, себя не надо было скидывать? Мне задание не показали.
Вам-то как раз не надо прыгать. Нам-то как раз нужно было, блядь, прекрати эту заставку. Нам-то как раз нужно было про это и рассказать. Поехали. Как я и предполагал, самому падать не надо. Тормози. А, хорошо. Во, отлично. Вот красиво. А дальше и не нужно. Основная задача была скинуть с горы этот металлолом. Он у меня там не горел. А это было больно. Эй, проверь свой телефон. Здесь наконец-таки клевые вещи случились. Здесь посмотреть вокруг мужика. Звука нет. Я не знаю, звука нет в принципе. Нажмите Tab, чтобы открыть карту с доступными миссиями. Это что, свободный мир? Здесь есть свободный мир? А какие здесь доступные трассы, доступные эти? Это вот что такое? R. R. Так, нам назад. R — это гонка, судя по всему. Тогда я поехал на разворот. Это прям реально открытый мир, что ли, какой? Так сильно не газуй. Гравитационная гонка. Принять. Я не почитал, что там было написано, что связано с гравитацией. Скорее всего, нужно куда-то лететь, куда-то приземляться, куда-то падать и не разбиваться. Мне кажется, смысл в этом. Как оно долго грузится, блин. Это вот на компе на моем еще вот этом, блядь, каком-то супер-пупер, блядь, самолете. А на обычном этом компе будет среднестатистическом крутиться, блядь. А, возьми маленькое соревнование. Не так тихо, ты не устанешь газуй, хуюй, без тормоза. Я имею в виду зигзаг или езжай в грязь или что-то типа того. Окей, ладно. Не знаю, сколько на среднестатистическом компе она будет. А что, почему ты не едешь-то? Да опять, что ли, управление кость сломалось? А, без газа и без тормоза просто управлять. Все, понял. У меня нет ни газа, ни тормоза. Ебать, приколдес. А как резкий поворот-то сделать? Как сделать резкий поворот? Вот он, хорошо, блядь, срез пошел. Не надо! Все, я спрятался, меня не было. Я спрятался, меня там нет. Даже не близко. Давай еще разочек. А здесь есть этот, как его? Настройки. Управление. Автомобиль. Ручной тормоз есть? А, на Space он был, а я нажимал и не работал. Может, здесь даже ручного тормоза нет? Поехали. Не, нету. Вот я нажимаю пробел, вот я нажимаю назад. Вот я нажимаю вперед, толку нет. Хорошо. То есть это прям для таких, для жестких гонщиков. Так здесь штурман нужен. Left, right, five right, five left, two right, two left. По-другому никак. Так, ну заходим сюда, допустим. Здесь с заносиком пойдем. Отлично. Здесь выправляем занос. А дальше едем задом, нормально, я так и хотел, задом же, я так и хотел, да, вот, я так и хотел, ебать, я так хотел. Я просто вижу, что я в этот поворот не вхожу, я думаю, ладно, войду бочиной, ладно, чуть-чуть сейчас задом проеду, потом передом, скорость как раз сбросится, и я так каждый раз могу сбрасывать скорость, и, соответственно, раз, и потихонечку доеду. Так, я проехал практически половину расстояния, практически половину, спокуха, так, берем ландшафт, все в помощники берем, я так весь второй андеграунд Need for Speed проходил, там, короче, есть трассы, типа эти, аэропорт или какой-то, там на больших скоростях очень трудно въехать в поворот. Я постоянно просто, знаешь, бочиной упирался в этот, как его, в борт, и по нему просто вот так вот пролетал. Это в разы было проще, чем пытаться вырулить. То есть здесь можно делать то же самое и, по сути, на Ябва-систему. Хорошо, допустим. Только не резко. Вот так. Она сама едет, все под контролем. Главное не ссать, все нормально, все четко.
Меня такие трассы не берут, не останавливают. Я выиграл. Ну да, да, да. Здорово. Да я дальше проеду, ёбано, отхлёбано, спокойно. Какие тысячи-то? Чё уехал у меня этот-то? Чё значок-то уехал? Так, я поехал в Моаб, не похуй. В Моаб еду все раз. Задком еду, нормально. Так, теперь выезжаю на трассу, главное не остановиться. Главное не остановиться. Езжай, чё ты остановился-то? Там же он нормально задком ехал. Неплохо! Хочешь еще разочек? Не, не хочу больше. Но я тебя переиграл, я тебя обогнал, я с тобой все нормально. А, это все, что ли? Типа такая гонка. Вот, 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 появился номер, да? Появился номер. Так, вот так. Ладненько, такая, короче говоря, игра. Довольно забавная, довольно веселая, но... Чисто... Я знаешь, вот такие игры, в которых есть просто вот изначально что-то и какие-то моды. То есть игры, в которых есть изначально куча возможностей, но нет цели, это игры из разряда «развлекай сам себя». Как бы в эти игры нужно играть, и для этих игр нужно придумать что-то непонятное, чтобы что-то непонятное придумать, в этих играх нужно разбираться. Короче, игра неплохая, но для тех, кто хочет прям запариться и прям посидеть, поугарать, что-то попридумать, что-то покататься. Ссылки на плей остальные два гляшка в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на телеграм, комментируйте, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик, ставьте там все уведомления. Сегодня встречи, игрушечек, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.